Народ, всем здорово! Смотрите, у нас сегодня с вами будет вечерняя рыбалочка. Рыбалочка будет с берега на поплавок. Сагитировал меня подписчик мой, Мишка, молодой парень, присоединится к нам чуть позже. И сказал, караси тут клюют прям с берега огромнейшие. Я уже установил свое креселко. И уже, честно сказать, даже раз мочил садочек. А дальше вы увидите, что я поймал сначала, а потом к нам Миха присоединится, и мы с вами будем ловить карася или какую-то мирную рыбу. Так что сегодня коротенькая сессия. Думаю, будет что вам показать. Оставайтесь с нами и смотрите, что из этого получилось. Карасик. Его характерно видно по поклевке. Ну вот, друзья, смотрите, первый карасик. Ну, карась взял, понял, карась хорошо взял. Он, смотрю, так чик-чик-чик и утопил его, да. Редко когда, в основном мелкий карась тут может вести себя, понял, такой как плотвица там или там красноперка, там смыкать его. А крупный карась тут или затягивают, или вылаживают поплавок. Красавчик. Геннадий он тоже бахнул. А ну Гена, покажи нам свою карася. Улыбайся. Ну хорош. Смотри. Гена, улыбайся. Это было вот так, ближе. Видишь, больше казалось. Несмотря на то, что тут реально сантиметров 30-40 максимум глубины. Ну, да. Очень мелко. Ну, смотрите, это то, что я пока настраивался, это то, что удалось поймать. Два карася и 4 штуки чернухи. Причем одна там хорошая и 3 таких не сильно крупных. Мишка меня встретил, показал место и погнал за снастями. Так что скоро присоединится к нам. У меня в это время поплавочек что-то ходит, бродит. Ну вот что-то есть. Ну тоже чернушина. Чернушина и такая тоже добротная. Смотрите, раз. Не глубоко, реально там сантиметров 30-40 глубина. И вот рыбка поклевывает. Сначала я ставил опарыша с червем, а потом решил на самого опарыша ловить. Ветерок, правда, не особо комфортный, в лицо прям. Ну, это такое, еще и не в таких условиях рыбачили. Тут везде гранитная плита,
колышек негде было вставить. Пришлось разуваться и заходить в воду, дабы в грунт более-менее воткнуть колышек. Рыбачу я сегодня на свою Sherman Pro в 6-метровом размере от флагмана. Как раз она мне позволяет добрасывать туда, куда надо. Ну, смотрим, пока ловим рыбу, ждем Мишку. Он, друзья, и Мишка. Привет. Привет, Мишка. Что, будут караси сегодня? Конечно. Не, ну мы надеемся, что ты пообещал тут мега крупных карасей. Говоришь, ближе туда вообще, да, к сумеркам клюет. Это хорошо. Это хорошо. А на что ловить будешь? Червячок? Я парыш. Червячок и опарыш. А закармливаться? Брал что-то, не брал? Блин, забыл. Да ну у меня есть что-то, закормим-то такое. Забрасывай, куда ты там забрасываешь, чтоб я понимал, я тебе тогда подкину туда. Вот где-то вот так вот, да, будет? Я тебе оббросаю его вот так вот со всех сторон. И сразу карасик. Блин, ты, наверное, что-то знаешь. Смотрите, друзья, Миха только забросился. Я только-только закидал ему прикорма, и Миша сразу же вальнул карася. Это хороший карась. Красавелла. Ну, вот карась тоже. А то я вот такого на пустыне видел. Да, ты такого самого на пустыне. На парусе. Хороший карасик. Ну, друзья, еще один такой карасевич. Да я что-то собирался этот раз, забыл все, и штатив забыл под вторую камеру, и, короче, что-то не задалось. Все, давайте, пока. А ты что, стульчики с собой ничего не носишь? Ты спешился, ты забывался. Блин, то сегодня обменяемся телефонами, на днях там, если будем, я буду выезжать, будем рыбачить. Я тебе привезу, у меня есть такой вообще маленький, ну, старенький, раскладной он такой. Ну, как раз тебе по весу он отлично будет. Не, а то такие, он сложился, он такой, как книжка, мелкий. Я тебе его привезу, тогда подарю, потому что он мне за ненадобностью, а тебе как раз налегке под мышку взял, вышел. Ну да. Ни единого карасика, говорю, по месту не поймал. Краснопер. А он такой. Ну да, хороший. Блин, и заглотнуло. Что? Серега тоже прошел? Да. Заглотнуло. Ну, друзья, смотрите, это качик. Чернушина хорошая. Карасик, да, малюсенький? Ну, вообще. Тоже на бутербродик, да? Так, красава. А я сейчас чистенького опарыша поставлю. Ну да, но по погодным условиям.
Ну, тоже есть такое дело. Ну, друзья, много такой вот отпускной рыбы, которую мы сразу же с вами отпускаем. Есть. Чернуха, она такая повела нормально. Ну, такая хорошая чернушка, да. На бутерброда. На бутербродик, да? Ну, такой мерный карасик, да. Хорошенький такой. Хм. А я пока, друзья, оборвался, перевязываюсь. Так. Когда ты попадешь, бери. Угу. А ты на поводочке у нас единичка. Флагмановская лесочка и 12 размер крючочка. Да. Ну, мне не нравятся, как бы. Я же говорю, что такие по качеству очень даже острые. Жало хорошо держат, не разгибаются. Ну, как бы, а чё бы нет. Это чернушка, да. Да, да, на вечер там вообще. Вот такая чернушина. Без поклевки, без ничего, сидел просто. Что, опять карась? Угу. Миша, сколько можно? Ты меня зачем сюда позвал? Уничтожить? Показал мне, да, как ловят местную рыбу тут. Да, ну карасик относительно не крупно. Ну, поднимай, покажем, что... Нет, садочек покажем людям, что ты там набомбил. Та! Смотрите, человек пришел позже меня в 5. Гляньте, навалил карася. Оно у меня, он тоже что-то клюет. Эх, клевало точнее. Так, я не вспью. Ну, друзья, теперь я вам покажу то, что у меня там. Ну, тоже рыбки немножко есть. Надо сюда приезжать и все-таки попробовать именно с утреца пораньше разложиться и до вечера, так как я люблю до самого позднего остаться. Ну что, Миха, спасибо тебе за приглашение огромнейшее. Я думаю, мы с тобой еще порыбачим по-любому тут. У меня он пока, я лялякаю, какие-то волнения с поплавком происходят.
А ну-ка, давай напоследок. Ну, у меня там что-то очень мелкое. Миха, он валит карася. Блин, капец просто. Друзья, на этой грустной ноте я хочу с вами попрощаться. Я думаю, я с Мишей еще порыбачу и не один раз, и отыграюсь по этому поводу. Так что, кому понравилась рыбалочка коротенькая, палец вверх, подписывайтесь, дальше будет интересней. Всем пока, Миха. Пока-пока. До новых встреч.